сказали бы Соня Скай. Монстр Крак. У меня сегодня появилась новая игрушка. Это Монстр Крак. И руку прошина. Сейчас мы будем распаковывать. И фонарь. Вот здесь лазер. Он наверху сейчас. Посмотрите, а это светит. Класс. Я опять нажимаю светить, и он когда вот летает. Ну что, погнали доставать машину. У нас в скалонке этот фонарик такой. Сейчас мы распакуем эту машину, которую вы выйдете. Он вышел из стежек. Вот и наша машина Монстр Крак. Флэш Монстр Крак. Вау, она такая дерзкая, у нее такие прикольные колеса. Да, и у нее такие крылья, как у Флэша. Как у Флэша? Да, вот такие. Вот как они показывают. Значит, как у Флэша. Да, Флэш классный супергерой. Да. Мы идем дальше. Идем дальше. Да. Я вижу, как кусок кафе. На. Обалдеть. Кафе полностью уже почти. Вот запуск. Сейчас я. Мне гаскоётка. Для запуска. А вот и вам сейчас будет запуск. Только сейчас мы вот кафе еще. А теперь вот как и запуск. Мам. О, он реально крутой. Мам, на. Давай. Открывай. Какая-то непонятная деталька. Мы сейчас разберемся. Дальше будет. Я видела там еще. А, там дикали этих машин. Как бы вон их это ломали, да. Эти машины. И смотри, это вот, огонь. Да, и лошадки. Ребят, посмотрите, как маленькие машинки могут Монстр Крак разрушить, как написано. Но мы, но они не собраны. А это сам Монстр Крак, вы будете кушать эту машину. И вот коллекция Монстр Крак. Из разных коллекций. А вот наш. И начнем, пожалуй. Это Хьюга. Я уже знала. Это вот так. А я думаю, надо перевернуть, может. Ты изучаешь инструкцию? Да. Какая ты молодец. А, тут можно вот эту штуку. Ага. Чтобы прицепить. Наверное, так. Вау, Соня, класс! А я уже до конца все скипнула. Да, она держится. Подожди, давай теперь дальше. Теперь эту штуку надо согнуть, пожалуй. Ну как? Ну как же? А как она чуга выйдет? Как? Сила скорости. А-а-а!
языком так. Давай. И потом будет протяжка кольца. Игрушечка. А если она его заедет, то она вот все заново придется. Это точно. Давай, 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 давай. О! Так, и теперь, да, последнее. А для чего это будет? Может, это лишнее не то. Давай. Вот кугаму пиццет и Майкл Дикай. А это вот сюда. Это будет трамплин, да? Да. Надо будет делать вот так. Не, сделай так, как в инструкции. Ага. Ну, как в инструкции. Нам же еще надо прицепить туда... Ну, похоже? Огонь. Ну, нет, не похоже. На самый край. Вот. И теперь нам надо туда огонь. Так. Мы будем сказать, уже нет. Давай. Так, здорово. А теперь нам вот надо, видишь, как будет. На коробке собрать машинки. И будем собирать вот такие вот так машины. И... Которые Монстр Трак разрушит, да? Да. Монстр Трак похож на Флэша? Да, и поэтому я назову его Монстр Трак Флэш! Потому что у него суперскорость. Да. Он разрушит эти машины. Да. И так, а сейчас я готовлюсь к первому запуску. Это вытягиваю на как украинский. Нет. Нажимаем на это как блок. Лаки. Лаки! Вау! Он когда не разрушил, я не машину. Она слишком быстрая. Давай еще раз. Это не сильно плохо. Вы не поверите своим глазам. Ага, ты летела, ты можешь мне поплаешь, как... Вау, она прошла сквозь кольцо. И так, попробуем мой Юмашун Hot Wheels запустить. Что будет, интересно? Да. Ничего. Ну и потом опять хопчик. Поставила на пути машины. Вау. Мы поставили машины на пути для разрушения. Ну, Соня, давай, мочи их. Давай, раз, два, три. Бэнк! Класс! Ребята, вам понравится вот этот Монстр Трак Флэш? И это как? Пишите в комментариях и ставьте лайк. Это все зависит от вас. Пока, ребята! И подписывайтесь на мой канал! О, я Скай!